Матильдочка, слушайте, у меня занавеска прямо вот туда. Сейчас она прям намокнет. Вот кто открыл окно? Вот кто открыл окно? В общем, эти кошки, обратите внимание, сейчас она будет мыться. О, моя красота, Матильдочка. Ой, в общем, председатель сказал, напишите заявление, понимаете, напишите заявление. Напишите заявление, в общем, пойдемте туда, на четвертый этаж. Пойдем. Я не против. В общем, напишите заявление, мы рассмотрим и одобрим. Вы понимаете, да? Ага. И сказали, что отказали. Ой, в общем, тут ничего не законнектилось. Ой, в общем, как вам тут моя, да, в общем, дизайны мои? Отлично. Да? Красотень, правда? Угу. Ой, красотень. В общем, с кошками вот живописью занимаемся. Обратите внимание, картина называется «Натюрморт с ананасами». Угу. Темновато, конечно. Вот к черному надо какое-то другое. Знаете, вот все эти картины в черном цвете. Вы разобрали вещи, я вижу. Разобрала? А вот я их туда положила. Многие вещи я положила, но они у меня как бы лежат. Понятно. В общем, они у меня здесь как бы лежат. Сейчас шланг передвину, чтобы оно туда на голову не лило. Сейчас, да. Сейчас я здесь передвину. Сейчас я здесь, в общем, это. Ну да, здесь у меня такая перестановка. В общем, как-то так. Ну да. Здесь свет у меня горит, сейчас посмотрим. Здесь горит у меня свет. Заработали жалюзи? Жалюзи? Ну так жалюзи у меня работали. А-а-а. Жалюзи у меня работали. Да. Ну, в общем, что? Вы мне обещали вот эти штуки демонтировать. Да, сделаю. Вот знаете, а по машинкам, вы что, понимаете, что в ремонте машины? Да, испортилось. Да, вы знаете что, сейчас я вам покажу. А мне, понимаете, этот... Короче, смотрите, барабан осел, и mm-hmm. когда она там на этих оборотах, я вот стираю без отжима. Без отжима. Но если с отжимом... У вас подушки сели. Да, вот эти вот там... Можно что-нибудь сделать? Конечно, подушки поменять. А что за фирма-то? Да... Типа, я ее закрасила. Ну, что-то такое, знаете, что-то такое простое. Как она называется там? Да, по типу, знаете, инквизит или какая-то вот такая, да? Машинка. Ну, давайте поменяем их. Только надо купить для начала. Ой, да, она села. Да? Там пружины есть такие, они осели просто. То есть вы хотите сказать, что нужно пружины поменять и все? Да. Я, у меня такое было, я себе кроссовки стирал. Что вы говорите? Кроссовки стирал постоянно, они тяжелые, бились. И она села. Там пружины стоят, которые барабан держит. Ну хорошо, скажите, пожалуйста, вот когда я включаю на осевших пружинах эту машинку, вы знаете, она у меня слетает и хочет прям унитаз. Она слетает и прям к унитазу. Чуть унитаз. Давайте сделаем так. Я сейчас сзади там код есть. Я наберу, напишу. Вот, поеду в город, куплю. Давайте завтра, нет? Завтра что у нас? Какой день? День? Пятница? Я могу в воскресенье приехать и поменять. Ну хорошо, вы знаете что? Если я в таком состоянии ее включаю... Нельзя. А что будет? Опасно. Может она куда-нибудь? Может она взорваться? Ну не взорваться, ну блин, ее разнести может нафиг. Она может разлететься. Вы ее испортите. Ну хорошо, можно... И попадете на хорошие деньги, лучше там... Нет, ну хорошо, если она разлетит, а она может как-то так, если я здесь стою, как-то вот что-то, как-то вот это вот, разлететься, она что, как бы, перестанет работать и все, или она может здесь как-то вот так вот разлететься, что еще? Ну да, она может просто, я не знаю, там может все это вылететь нафиг, этот, он с такой скоростью крутится, вы не представляете, там какая скорость. Хорошо, а без отжима можно ей пользоваться, без да, отжима? Да, без отжима можно. То есть без отжима можно, да? Да. То есть не отжимать? Не отжимать. То есть ничего с ней не будет, да? Ничего с ней не будет. А сколько эти штуки могут стоить, которые нужно поменять? Слушайте, ну я на свои менял где-то 1500 стоит, 2 штуки, по 750 рублей они стоят. Как это называется? Что? Вот эти как? Пружинки. Да. Держит, который барабан сбоку. Mm-hmm. Отсюда и отсюда. Ой, может, знаете, какие-то вот такие вот штуки? Ну понятно, в общем.